Привет, народ! Ха, мы с вами сегодня в вашем любимом Костко. Ну что, посмотрим сегодня снова на товары, естественно, продукты из магазина Костко. Смотрим. Типа по дороге увидел, матрасы продают. Вот, короче говоря, размеры в Америке вот так вот измеряются: Queen, King и есть еще какой-то размер. Но смотрите, в коробках. И еще иногда бывает в этих коробках, у этих коробок, бывают колесики, чтобы вам удобно было тащить. То есть вы домой приперете, короче, вот эту коробку, откроете ее, и матрас у вас развернется, и будет полноценный, такой хороший матрас ортопедический. Вы знаете, шикарные матрасы, стоят они по $600, но они так и в интернете стоят. Смотрите, как интересно морепродукты сейчас продают. Хвостики Офтер 24. 24,99 за фунт. Свежа. И гребешки, и крабы. Крабы очень прикольные. Ножки $26 стоят. Такие L3 они называются. И вот такой краб. Стоун краб. Дикий. $8. Тоже за фунт, кстати. Ну что, ребят, пройдемся сегодня с вами по костовским полуфабрикатам. Давайте посмотрим, что здесь есть из полуфабрикатов. Я покажу многое, но заострю внимание только на том, что, на мой взгляд, интересно. Залежи собачьего корма. Обыкновенные сосиски говяжьи. Кстати, вот $10. В упаковке 1.5 фунта. Вот это вот все стоит, чтобы вы понимали, стоит $15. Это у нас что такое? Ягоды. Это замороженные, что ли, ягоды, получается. Какая-то супер премиум бакс. 11.69 стоит. Это все замороженные ягоды идут. Органик, причем все они. И стоимость, видите, $10. Вот эти вот 10.79. Для смузи очень хорошо подходит. Вот, в принципе, оно и нарисовано. Черника замороженная. 10.89. Это $9. Фестиваль фрукс. Это там все на свете. Микс. Видите, там и ананас, и клубника, в общем, и манго. Все на свете тоже. 9.39. Вот такая вот смесь стоит. Это манго. Органик. 5 фунтов. Упаковка. Вот, и вся она стоит 9.39, а за фунт 1.87. Ну, вы знаете, мы брали очень вкусно, хотя здесь очень много свежего манго дешевого, поэтому только если вам нужно сохранить, тогда, наверное, да. Или вам лень чистить, а так, в принципе, оно продается. Так, дикая голубика. $16 за 4 фунта. Уже говорю, что 450 грамм фунт. Вообще, вишня замороженная. Happy Village, счастливая деревня, органик, 10.79, вот такая вот вишня. Ребят, органик, не органик, мы давайте тоже не будем дискутировать на эту тему, поскольку ну, я просто читаю надпись и не говорю, что обязательно надо брать органик. Берите то, что вам нравится. Это цветная капуста. Какие-то штучки из цветной капусты, короче. А вот это вот цветная капуста гранулированная. Стоит $8. Вот эта вот упаковка. То есть она здесь идет в гранулах, видите? Такая вот достаточно большая. Ну, мне кажется, для приготовления идеально. Как гарнир. Так, цукини. Это вот такие спиральчики, видите, нарезанные тоже. Очень удобно, знаете, чем удобно вот эти упаковки? Они уже сразу расфасованы. И вам при необходимости сделать салат или пожарить, вы используете только одну. Видите, вот там вот такие вот три упаковочки внутри стоимостью $11. Очень-очень удобная на самом деле фасовка. Я люблю такую. И я думаю, любая хозяйка это оценит. Это бобы зеленые. 6.69. Внизу что это? Киноа. Киноа и кали. $13. Так, вот такая вот, видите, смесь. Тоже для гарнира очень хорошо. Ребята, киноа, почитайте, очень полезная, очень здоровская штука.
Так, замороженная спаржа. Замороженная спаржа 8,79. Отличное тоже предложение, мне кажется, для гарнира. Ванильное мороженое 12,50. Вот такое вот, смотрите, какое оно тоже расфасовано по маленьким коробочкам. Очень удобно тоже доставать. Это тоже мороженое. Батончики. Причем это, в общем, морская соль, карамель. Вы знаете, до момента, пока не попробуешь, то, что это какая-то фигня. Ребята, кто будет, попробуйте. Морская соль с карамелью, то есть такое соленый и сладкий одновременно. Это очень здорово и это очень вкусно. Sea salt caramel. $12 вся коробка стоит, вот такая вот. И вот это, конечно, наивкуснейшее мороженое. 12,50. Шикарнейшее вот это мороженое. Пробовал, знаю, рекомендую. Так, вот здесь вот все для собачек. Огромные ряды, я все время их обхожу. Сегодня показывать не буду, можно отдельный обзор потом сделать. Это все, короче, питание для собачек. Слушайте, ребята, вот это гениальная штука. Очень вкусная. Брал, пробовал, знаю. Грейпфрут красный, 12. Каждая чашечка, очищенная мякоть грейпфрута, абсолютно очищенная, нежнейшая, вы знаете, добавить в салат или просто съесть на завтрак, там, ну или как десерт, стоит 10,99 за вот эту вот упаковку, 12 там чашечек. Очень тоже прикольная штука, сейчас покажу. То есть и в этой упаковке внутри. Вот так вот, видите, сыр, орешки. Это закуска. Это снейковая закуска. Под пиво, под вино. Просто перекус на стол поставить. Это все, вы видите, вот это вот очень здесь популярно. Кстати, очень прикольно. Стоит 8,99. Недешево, сразу скажу, но в целом, когда вот так вот, я называю это выдерни шнур, выдави стекло, быстренько надо сделать. Вот вам есть готовое. Насыпали вазочку и все. Это сливки, кстати, обыкновенные. Видите, сливки. Такие, которые вот сверху добавляют. Стоят они $4 за вот эти 3 штуки. Так. О, ребята. Чизкейки. $6. Сыр. 10,99. Вот эта вот упаковка сыра. Вот такая вот. Там много-много вот этих кусочков. Он, по-моему, продается везде. И вот такая органик моцарелла палочками, стиками. $8 стоит. Вот. Сделано из цельного молока. Поэтому, что она себе представляет? То есть это вот такая упаковка палочек. Я прям покажу. Очень удобно в салат или как тоже закуска нарезать. Смесь сыра, короче говоря. Здесь, по-моему, моцарелла и чеддер, если не ошибаюсь. Это, по-моему, чистый чеддер, стоит $15 за огромную вот эту упаковку. Там две штуки по 2,5 фунта. Здесь тоже моцарелла палочками стоимостью 8,89. И вот такая моцарелла, слайсер, 4,69. А проволоны, извините, это не моцарелла, но типа моцарелла, мягкий сыр тоже проволоны. Вот, где-то мне уже писали о нем. Ну вот, вот такая вот упаковка, видите, там много-много слайсов, нарезанная уже, 4,69 стоит. Вот это очень удобная упаковка, $10, огромное количество сыра для всевозможных бургеров, снейков, короче говоря, для бутербродов. Ова-на, смотрите, какие огромные упаковки сыра. Сколько стоит такая упаковка, мне даже интересно, потому что вверху чеддер нарезанный. Стоит $6. А вот эта вот упаковка, сейчас я найду, сколько она стоит. Так, нет, это potato салат. Кстати, ни разу не пробовал, ребята с Америки, кто знает, что за салат такой, potato салат, картофельный салат. Что это вообще? Давайте посмотрим ингредиенты. Мне интересно даже, такая упаковка, $4, ё-моё, ребят. Это, по-моему, майонез с картофелем. Танц. Так, вот ингредиенты. Ребят, ставьте на паузу, читайте про ингредиенты. Я не успею все почитать. Вам вот так вот покажу. Бекон $12. Вот такая упаковка. 4 штуки по 1 ЛБ. То есть $12 стоит вот такая упаковка. Там по 1 фунту. То есть получается здесь фактически 2 фунта. Огромная упаковка, он нарезанный. Так, это к
кстати, бекон из индейки. То есть, то это свинина, но с минимальным добавлением соли. Видите, написано? То есть, не очень соленый. А вот это вот бекон. $14 стоит за 2,5 фунта. И вот смотрите, вот такие вот колбаски из индейки. 9,49. 2,400 фунта. Вот такие колбаски. Видите? Вообще бекон здесь во многие блюда добавляют. Это такая англо-американская традиция. Вот тоже смотрите, какой прикольный бекон. Такой 6,97 за 3 фунта. Вот такая вот тонко нарезанная, удобно. И видите, они даже показывают, что... сейчас покажу. Вафли, видите? Вот то есть вафли с клубникой и с беконом. Ну, это традиции, ребят, не надо их осуждать. Как говорится, со своим постулатом в чужой монастырь не надо лезть. Люди любят, но им нравится, они привыкли. Пускай едят на здоровье. Я, конечно, не поклонник такой еды. Но, в принципе, в Англии, когда за неимением ничего лучшего, с удовольствием с яишенкой бекончик. Вот только как бекон, смотрите, 10,49. Такой же бекон из индейки. Вот так это выглядит. Видите, тоже она расфасована. Очень удобно на три этих. То есть открыли одну, потом следом открыли. И удобно. Это грудка индейки. Очень вкусно я брал. Ветчина экстра. И опять индейка. Тоже с ласями. Тоже грудка. Не сухая. Пробовал, знаю, она не сухая. Очень вкусная такая грудка для бутербродов. Шикарно, отлично. Так, что это? Это ветчина. Написано Honey Roasted, но я не знаю, на самом деле, какое отношение сюда имеет мед. Возможно, что она с каким-то таким вот, может быть, запеченной в меду, то есть с подсластителем. Поэтому стоимость у нее 9,69. Так, всем зожевцам большой привет, потому что это будет антизожевский выпуск. Маффин, в общем, с котлетой, сделана из цельнозерновой булочки и индейки. 16 грамм протеина, ребят, это полезно. Это полезно, 260 калорий на один сэндвич. И вот, в общем, вот эти вот 12 штук сэндвичей стоят 13,79. Домашние вафли, $10 за 72 штуки. Ну, это вот эта вот вся коробка огромная. Видите, 72 вафли там стоят $10. Вообще нормальная цена, не знаю, не пробовал эти вафли, но думаю, вкусные. Так, круассан, я не знаю, где кто видел такой круассан. Это больше похоже на бейгл, но называется он здесь круассан, стоимостью $12. Там 12 штучек круассанов, небольших, видимо. И вот это что-то, какие-то пирожки, что ли, сэндвичи с ягодой, арахисовым маслом и, видимо, желе, сэндвич, черничное желе. Ну, вот такая вот коробка, 10,49, там 18 штук. Давайте посмотрим с вами ингредиенты еще, из чего более подробно, из чего состоит. Я в этот раз покажу вам поподробнее. Придется на два выпуска разбить, наверное. Так, вот так вот смотрим с вами. Вот таким вот образом. Читаем, переводим, ставим на паузу. Киноа, пепперс, сосиски, моцарелла. $12 на минуточку. Ну, упаковка достаточно большая. А вот смотрите, какой шпинат, яйца, какая-то фритас, вот такая вот, стоит 10,99, вот такая вот упаковка, 20 этих фритас там, какие-то chicken melts, 10,69 стоит, 15 штук, это вот такие какие-то конвертики с сыром и, видимо, курицей, ну, я их назвал бы конвертиками, ну, наверное, вкусно. Так, что это за черный перец, травы, куриная грудка, кусочки, стипсы вот эти вот, кусочки такие. Видите, стоят они 13,59. Они прям палочки, они внутри чувствуются палочки. Давайте тоже посмотрим. В микроволновке делать, размораживать. Ну, но антибиотик написано в любом случае. Только натуральные ингредиенты на минуточку. 21 грамм протеина. И так послушайте, как вообще это все дело. Вот ингредиенты. Тоже ставим на паузу, смотрим, читаем. Такие вот 8 куриных маленьких пирожков. 10,89. Ребят, этот выпуск мы на этом завершим. На наших палочках.
И ждите вторая часть про полуфабрикаты Костка. В следующий раз. Встретимся завтра. Всем пока. Вы имеете право об этом знать.